начинать. Так, сейчас я посмотрю, что как. Лучше если упрыгнуть. Нет. Лучше. Нет. Чем тяжелее, тем лучше для вас. О, есть. Вывод. Какой сделал? Вот ты вывод сделал. Какой? Он не должен пояс брать. Да как брать пояс, все. Поэтому не давай пояс ему. Стой прямо. Но если взял пояс, то, конечно, лучше же тогда свалиться и сделать тепло. Поднимай ноги назад. Постреляй вам ноги. Раз, помнишь. Ты поднимаешь ноги назад и стреляешь. Вот ноги, видишь, месяц. Thank you.
Там уже еще не болит. Уже все прошло. Да, очень хорошо. Маша, возьми пояс, забрось и... Вот такие слова я говорю. Хорошо, здесь называют. А я хочу, чтобы не хочу. Почему не хочешь? Некрасиво. Что я говорю? Тебя больше не вырастет. Не вырастет. Так как ты занимаешься, она не вырастет. Вырастет, все как вырастет. Не вырастет. Нет. Вы увидите, как вырастет. Такой нагрузка, как бы ты даже не вырастет. Так чуть-чуть. Еще посмотрим. Да, ты можешь поезд забрось туда и потеряешь. Не отжиматься, но рука у тебя болит отжиматься, а так лучше. Еще просто руки на руку. Вот так. И выше старается руками до пояса. Прыгай, прыгай, прыгай. Прыгай руками вниз. Спасибо. Ну, на три глазки скорее, пожалуйста. Да, это дело. Ай, дай, хватит.
ну, как детский платье, тут болевой сон, как туда мощный эффект, сон, как ты делаешь в ударе, как я буду. Пальчик, ну, для того, чтобы сказать, что я буду сону с утра, у меня сначала сделать это. Руки близко. Подальше руки отмой. Нет. Подальше, сюда. А ты близко подходишь. Вот так. И закидывай ноги. Попробуем.
Знаете, мы еще...